Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон, как всегда, отличное настроение, с вами мы играем Scrap Mechanic, будем смотреть классные построечки, и Димон, я приготовил классный стишок, кто на Димона и Димаса не подписался, тот без пирожка остался. Я его придумывал 5 секунд целый. Ребята, если пьете кушайте, приятного аппетита. Называется построечка машина с сюрпризом. Там что, насрали в салоне? Так. Ух ты, блин, я дернулся. А ну, Диман, поставь еще раз ее. Офигеть, это ты взорвал? Честно говорю, ничего не делал. А я понял, что за сюрприз, меня взорвало, короче. Ну дай я сяду за руль, стой. Вот оно что, Димас, тут бомба. А, надо не стрелять, ты, короче, кнопку нажал какую-то, и она стрельнула. Офигеть. Можно просто кататься, Диман, на ней. А что там первая кнопка, нажми первую, Димас. Не, я взорвусь. Нет, только третья взрывает, первый нажми. Я хочу, чтобы ты бомбой облепил, я потом понажимаю кнопки. Ну нажми, Димас, кнопку. Я нажимаю единичку, вот. Нажми единичку. Там что-то загорается в салоне, вижу. А, радио. А второй нажми, вторую кнопку. А вот это передок поднялся. А третья? А, первая опускать, а вторая поднимать. Смотри, видишь? А третья нажми кнопку. Вот в чем был прикол, ты понял? Ага. Такой думаешь, блин, сейчас. О, Димон, поставь туда получше бомбу. Вовнутрь. Видимо, спойлеры тебе, а? О, давай, типа ускорители. Давай, сейчас буду, короче, мочить. Едет еще. Надо движок было мне ускорить немножко. Ой-ой-ой. Как едет для вас? А, не хочет. Сейчас я назад буду ехать. Во. Все, Димас, давай, пошел. Хорошо, пошел, ребята. Пошел. Раз. А, ехать или взрывать? Да, едь. Блин, четко. Нифига себе, аж пыль стоит. Так это еще и бомб не цепило, а если без бомб, так вообще бы. Так, Диман, я к тебе я разворачиваюсь, буду максимально ехать быстро. Давай еще цепляй. Не, давай взрывайся, Димас. Хорошо, на ходу взрываюсь. Раз, два, три. Ого, блин. Ничего себе. Офигеть. Мне понравилось. Давай следующую построечку. Мне так вверх подкинуло же. О, заяц. Волк. О, заяц, это ты? Заяц на колесах. Так, у него хвостик есть, он им виляет. Реально заяц, ребят, офигеть. Что еще здесь? Это кнопка есть? Самый настоящий. Не искусственный. О, в него можно садиться, я так понял. Слышишь? Угу. Давай, садись. Ладно, я сам сяду. Я тебя вижу, Димон. Блин, классный заяц, Димас. Давай, едь. Ого, он прыгает. Это механизм прыжков. Димон, я тебя переверну. Стой. Сейчас все сделаем, подожди. А как ты меня перевернешь? Ну вот так вот. Прыгай. Во, нормально. У тебя ускорители там. Ну. Можно усилить ускоритель, но полетит. Блин, ну что такое, зайчишка? А чё он... А как ты так равновесие поймал? Ударь меня, ударь молотком. А как ты равновесие так поймал идеально? Не получается. Красиво разлетелся. Крутой заяц, но что-то умер. Ну такой недоделанный. Опа, музыкальная постройка, музычка. Самая интересная. Что-то такое стрёмное, да? Что-то странно, ну давай дальше слушай. Подожди, еще не работает здесь все. Сейчас заработает у нас такой. Должна еще одна плита заработать, видишь? Ну в этом что-то есть, Димас, правильно? Да, давай еще раз прислушаемся. Ух ты, это ты нажал? Прислушался. Да, не ожидал быть такой мощный взрывчанский. Так, следующая постройка. О, здоровая какая-то штуковина, давай смотреть. Давай, опрокину ее.
О, вот, кстати, не вот. Лагает, прикольно. Так, подожди, это какой-то магазин. Магазин? Ну а что это? Давай, Димас. Ой, я сел. Есть кнопки? Заводи шарман. Заводи. Единичка. Это клубничок. Это Димас клуб. Вот тут свет зажегся. Фу, говно какое-то непосредственно. Угу! Блин, классно разрушает. Круто, да? Вот это мы сделали. Громко взрывается, очень. Блин, во, ништяк. Вот так надо. Что-то здесь не заходи, то. Заходи, Димас, милости просим. В чем прикол? Ребята, ребята, что там я сейчас буду тут давить? Что такое? Что такое? Тебя, Димас, просто закрыли. А в чем прикол? Димас, знаешь, как эта постройка называется? Покебол-ловушка. Да? Да. Угу. Тебя просто, Димас, закрыли здесь. Привет. Что-то такое вот себе удовольствие. Ого! Ничего себе, тут машина стоит крутецкая. Это скраб, это типа, короче, механики, Димас. Настоящий скраб-механик. Да, настоящий. Блин, я хочу здесь жить. Это, Димас, берлога скраб-механика. Блин, это самая крутая постройка, именно где чувствуешь себя реально скрабом-механиком. Вот. Может, машина это рабочая? Челики. Что-то чинит, Димас, что-то так работает. Да, кстати, это рабочая тачка. Давай я освободим. Блин, я колесо удалил случайно. Давай от этой карты, чтобы она картик. Я колесо удалил случайно. Я тоже, Димас. Вот вдвоём с тобой колесо удалили. Ну, бывает такое. Не, она, Дима, не рабочая была. Рабочая? Да. Да. Что-то она активирует. Она лоурайдерская у нас теперь получилась. Вон, на ней кататься можно. Давай я удалю дверь, хочешь? Блин, реально в ней можно кататься. Мы, блин, тупанули. О, Димас. Взрываем постройку. Взрывай. Рабочий стол вылетел. Так, ребята, мы загрузились, поставили эту постройку снова. И, Дима, что ты хочешь-то сделать постройки? Я хочу... Для начала выкатить тачку, а потом ее взорвать эту постройку. Окей, давай. Вот эти решетки лагают. Вот, я открыл нормально все, Димас, иди сюда. Смотри, видишь задние стены? Давай попробуем ее удалить. Смотри, можно сначала вот такие решетки, да, поудалять? Понял. Чтобы нам ничего не мешало. И сейчас все поудаляем. Так, посмотрю, здесь ничего не будет лагать. Не, ничего, Димас, не будет лагать. Помогаю все, тебе. Только, Димас, колеса давай не будем удалять. Аккуратнее сейчас. Ой. Так, я буду так, аккуратненько очень. Давай аккуратненько. Вот эти желтенькие. Да-да-да, я вот так стою сбоку, я никак колесо не удалю уже. Нам просто с Димоном кажется, что это очень крутая тачка. Да. Есть, Димон, получилось. Сейчас мы его заберем себе. Значит, Димас, воры пришли. Угу. Выгоняй. Или два, да, я выгоню ее. Все, Димон, я готов. Да. Что такое? Что у нее? Что такое? У нее, короче, колесо провалилось под пол и начало все крашиться все. Вот говно. Димон, может, взорвем все-таки или не выгоним ее? Надо ее уже все взорвать, Димас. Это тачка самобаганная. Это, Димас, из-за тачки у нас тогда вылетел. Понял? Это не из-за. Ого, я на крыше оказался. Как так-то? А у тебя не вылетит? Не, не вылетит. У тебя не вылетело, Димас? Все четко. А у тебя вылетело? У меня вылетело. Не, заходи, все нормально. Димон, взорвалась, а ванна осталась и лестница. Это прикольно. Это капкан, Димон. Давай, я попробую прыгнуть и выпрыгнуть. Становись на него. А, меня что-то Димон зажал, я ничего сделать не могу. Ух. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!